Всем привет, друзья! Вы очень много раз просили меня записать тренировку в домашних условиях на спину. Спину довольно сложно накачать в домашних условиях, потому что тут нету ни гантель, нету ни штанг, нету никаких приборов, ничего нету тут. Поэтому сейчас вам будет представлено три упражнения, это сет, его надо будет делать друг за другом, да, эти упражнения. Четыре подхода и в каждом подходе где-то по 15 повторений в каждом упражнении. Итак, друзья, первое упражнение я нашел на канале Игоря Войтенко. Мне это упражнение показалось довольно таким интересным, я решил его попробовать. И оно действительно работает, хорошо прорабатываются широчайшие мышцы. И сейчас я вам покажу, как это делать. Мы должны сесть таким образом. Руки у нас смотрят вверх. Мы должны держаться только на локтях. Нам для этого понадобятся стулья, пуфики, либо скамьи какие-нибудь, неважно вообще. Главное, примерно вот такого уровня, чтобы было. Ложим вот так руки. Потом поднимаем таз. Наше тело должно опуститься максимально вниз. И мы тогда, держась на руках, делаем вот такое обратное отжимание. При этом напрягая максимально наши широчайшие мышцы, спину. В верхнем положении задерживаемся на пару секунд. Это упражнение хорошо прорабатывает широчайшие, я уже почувствовал памп, сделав, не знаю сколько, 7-8 я сейчас сделал, не считал. Вот, короче, переходим ко второму упражнению. А за это упражнение, если Игорь смотрит это видео, то привет тебе, Игорь. В следующем упражнении, друзья, нам понадобится что-то наподобие штанги. У меня нет штанги, поэтому я сделал такую штуку уже давно. Тут вес небольшой, но вы можете сделать гораздо больше, прицепив сюда какие-нибудь баулы, там портфели, набитые картошкой, чем угодно вообще. Штангу сделать в домашних условиях очень легко. Это упражнение выглядит так. Мы встаем, наша спина должна быть 90 градусов, то есть параллельно полу. Можно немножечко повыше, совсем немножечко. Вот, встаем таким образом. Спина должна быть прямая, она не должна быть вот так согнута, она должна быть прямо. То есть вот спина, даже немножечко выгнута. Встаем 90 градусов, выгибаем спину и делаем вот такие вот упражнения. Чувствуем широчайшие мышцы и работаем широчайшими мышцами, а не руками. Вот так. При этом в верхней фазе максимально напрягаем наши мышцы. И напоминаю, надо тащить не руками, надо тащить широчайшими. Возьмите такой вес, чтобы вам было комфортно, чтобы вы не напрягались особенно, потому что если вы будете сильно напрягаться, то у вас техника будет отвратная. А тут нужна хорошая техника. Переходим к третьему упражнению. Третье упражнение, друзья, как ни странно, это отжимания. Но отжимания это необычные. Это довольно неудобные отжимания, но они качают широчайшие мышцы. Этого уж не избежать. Смотрите, как это делается. Значит, в обычных отжиманиях руки становятся прямо, да, вот туда, вперед смотрят. А у нас они будут смотреть по бокам. Постановка рук должна быть широкая. Даже не на уровне плеч, она должна быть гораздо шире, где-то вот так. Смотрите, ставим широко руки. Где-то руки на уровне вот груди, да, у нас. И отжимаемся вот таким образом. И тем самым мы напрягаем наши широчайшие. Тянуть широчайшими опять надо. Надо не грудью, а широчайшими. Они очень хорошо чувствуются в этом упражнении. Блин, опять в статичном напряжении, это так сложно. И, кстати, широчайшие убились уже. Короче, делаем так. Отличное упражнение. Широчайшие напрягаются идеально, если вы правильно будете делать. Ну вот, друзья, напоминаю, что это сет, состоящий из трех упражнений. В каждом упражнении мы делаем от 12 до 15 повторений. Делаем таких 4 подхода. Это сет. Все упражнения делаются друг за другом. Не отдельно, без передышек, да?
Передышки только будут между подходами. Делаем передышки где-то минуту-полторы. Но если вы сильно очень устали, то 2 минуты. Ладно уж тогда. Все, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пишите в комментариях, какие мышцы хотите еще прокачать, чтобы я снял видео. Поэтому, друзья, я буду читать, буду отвечать. Буду снимать, потому что, как видите, я все снимаю, исполняю ваши просьбы, на все группы мышц уже снял почти, да? Вот, так что пишите, идеи заканчиваются у меня, вы давайте новые идеи, подписывайтесь на канал и пока. До скорых встреч!